Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Недвижимость и обрабатывающее производство привлекают больше всего инвестиций. На эти две сферы приходится половина всех вложений в регионе, сообщает Кировстат. Третье место занимает транспорт и связь, на которые приходится 11% объема инвестиций. Чуть меньше 9,5% на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство. В целом инвестиции в регион сократились на 15%. Привлекательными для инвестирования в Кировстате называют химическое и металлургическое, а также пищевое производство. Программа «Экономика». Для Слободского спиртзавода ищут инвесторам предложение по использованию территории предприятия площадью 220 тысяч квадратных метров принимает корпорация развития Кировской области. Промплощадка имеет склады и цеха для производства пищевой, спиртовой и молочной продукции. К активам предприятия помимо земли относятся 3 производственных здания, 14 вспомогательных, 17 складских помещений и 1 административное здание. Инвестор может как заниматься производством, так и использовать площадку как логистический центр или в других целях. Экономика на 101 FM. 120 молодых кировчан заинтересовало открытие бизнеса в кризис. Форум для начинающих бизнесменов «Идея развития поддержка» прошел в Кирове в рамках Всемирной недели предпринимательства. На нем выступили эксперты из Казани и Нижнего Новгорода. Молодым кировчанам рассказали об инструментах поддержки бизнеса и представили историю успеха молодых кировских предпринимателей. Большинство участников, по словам организаторов, интересовалось, в какой сфере быстрее всего стартовать или просило порекомендовать, во что вкладываться. Эксперты среди направлений, где проще всего начать работать, называли бизнес в интернете. Добавлю, что мероприятия Всемирной недели предпринимательства заканчиваются сегодня. Экономика. В завершение валютах доллар поднялся до 65 рублей 60 копеек. Евро тоже вырос и стоит 69 рублей 70 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.